Когда ты берешь свой темпоритм, когда ты берешь эти паузы, они на самом деле очень помогают зрителю, потому что я тогда подключаюсь к смыслам. Ну, я тогда не в активностях, я тогда не в суете между действиями. Является ли это вот задачей для зрителя, ну, как предложение, частью предложения твоего зрителю, рефлексировать через эмоции вот в действии? Ну, как ты относишься в том числе эмоционально к этой тени, как ты эмоционально относишься к твоему движению, там, как ты перемещаешься, ты как бы перемещаешься, и ты вот как бы в это же время чувствуешь какие-то эмоции, либо переживаешь, либо не переживаешь. Да? Если ты тотально в работе, то ты типа там не отвлекаешься на внешние факторы. И я подумала, типа, я, наверное, не тотально. И вони відходять назад, в траве. Получается, ты пошла выше, у тебя ярус поменялся. И плюс еще после этого, еще эта история не развернулась, у тебя пошли титры. Может быть, это сделать немножко раньше. Сьогодні ми хотіли би запропонувати вашій увазі програму проекту. Допремьерный показ проекту «Позиция 2015». Вот это именно проявление, да, вот когда ты идешь за этим все равно, ну, за внутренними там реакциями, либо за эмоциями, либо за улыбкой, да, если ты все равно за ней идешь и пропускаешь это, да, то оно размывает твое предложение в целом. Було в січні місяці анонсовано Open Call, на який відгукнулися різні емоції, хто зміг його побачити, бо це було дуже короткий такий термін зроблено, але все одно протягом місяця надсилалися аплікації.